Она сказала, что изменяет. Но с кем? Как давно? Почему я должен ей верить? Разве она когда-нибудь говорила правду? Но я не сержусь на нее. И знаешь почему? Почему? Потому что она меня привела в чувство. Я был в долгой спячке. Но Ишан разбудила меня. Что за спячка? Я спал как дурак, как наивный дурачок. Я обманывал себя, делал вид, что ничего не происходит. Просто делал вид. Я об этой спячке говорю. Да, это была долгая спячка. Очень долгая. И что происходит, когда человек выходит из спячки? Тогда он снова чувствует себя человеком. Ты начинаешь видеть, кто что делает, где возможность и опасность. Тебе понравился пистолет? Сумка-то на месте, только ты замок застегнул наоборот. Что ты собираешься делать? Этот ухажер Айшан умный малый, да? Но если ты так думаешь, он любит игры, покупает драгоценности, занимается любовью с моей женой. Он определенно любит опасность. Может, он любит не опасность, а твою жену? Дело не только в Айшане. По-моему, они хотят чего-то от меня. От меня, не от нее. И кто это может быть? Дай-ка подумать. Возможно, ты? Ты же сказал, что проснулся. Заметил молнию, а почему не видишь остальное? Что именно? Такие дела в твоем духе. Если я скажу, что это ты, если стану угрожать пистолетом, что ты будешь делать? А? Послушай, во-первых, если я захочу отнять у тебя Айшан, я отниму Джингис, и ты меня не остановишь. Если я захочу ее, она станет моей. Ты хороший, приятный человек, достойный противник за игровым столом, но в этом деле не конкурент. Если хочешь стрелять, только не недооценивай меня. И во-вторых, держи. Если хочешь стрелять, тебе понадобятся пули. Ты не первый подозреваемый, Паркусу. Куда собрался? На розыске первого подозреваемого. Ты со мной? Идем. Чтобы ты не наделал глупостей. Я могу доверять тебе? Если я сделаю глупость, ты впустишь меня снова? Стамбул, 1997 год. Отпустите!
Айшан! Где Айшан? Айшан! Айшан! Садись, садись! Где Айшан? Что с ней? Скажите что-нибудь! Айшан! Айшан! Все позади.